Всем привет! Сегодня я буду снимать EGR и чистить его. Прежде чем до него добираться, можно, конечно, снизу, но это неудобно. Можно просунуть руку сюда на ощупь, тоже неудобно. Ну, я как делаю, я снимаю жабо. В первую очередь снимите за жабо, чтобы вам было удобно туда подлезть. Поехали. Что потом сделать? Вот, соединили, жабо сняли. Этот патрубок тоже снимите. Не знаю, не успел снять когда. Так, надо снять бачочек. Вот этот. Слить воду можно отсюда. Отсюда вытянуть его. Тоже. Так, вот тут надо хомут, вот тут хомут, что идет на турбу, то есть турбу, не на турбу идет, да, шланг. Вот такой гибкий, здесь нужен, это гибкий вот этот переходник только для хомутов, чтобы болты так открутить, она его порвет нахрен. Я уже штук 5, наверное, выкинул уже, бля. Отскочил. Вот его хомут. Берегите его. Видите, все они как откручиваются. Хомуты. Конечно, немножко хреновато. Сейчас вот этот хомут надо вкрутить. Вот этот. Вот соединили его. Электроклапан сейчас надо отсоединить. Не спутайте белочи вверху. Очень важно отсоединять вот этот аккуратно. Вот этот. Чтобы его не порвать. Хотя если порвется, можно и переходник, но желательно аккуратненько это все сделать. А как его сделать, чтобы она немножко мягче, феном нагреть можно. Потом эту печку отсоединить. Наш шланг мешает вытянуть трубку эту. Кипело хорошо здесь.
Вот какой здесь крючок нужен. Она очень хрупкая, ломается шланги эти. Вот эти. Тут легче, конечно, вытянется. Тут легко вытянется, видите. А там она немножко прикипела. Вакуумная трубка. Здесь его. Есть такой. Снимаю, откручиваю сейчас этот хомут. Один надо открутить. Она двигается. Вот. Будет в зиме. Его берете. Да, делается. Чтобы она не держала. Откручиваем ту беду. Хомут. Интересно, конечно. Еще когда будет цветавка, тут здесь хомут еще внизу. Сейчас я его покажу. Его надо. Вот. То, что идет до бака. И он идет именно до вебаста. Вот сейчас. Вот эта трубка. Идет на вебаста. Вот это. Я его про него видео покажу. Оно у меня в этом году не работает. Не знаю. Надо было чистить, но я его не чистил. Но я вам покажу про него видео. Да. Тут просто холодно не было, за это я.
ни хрена не дело. Так можно было бы, ребята. Без проблем утром раз при 7 градусах, 5 градусах он включается. Но можно сделать отдельную его кнопку, чтобы через компьютер не шел. Самое главное быть осторожным, не спешите, эта работа такая, блядь. Ё-моё. Спешить нельзя, блядь. Воду залил, блядь, туда. Попробуй, я не знаю. Вот, ребята. Вот вам доступ весь до него. Вот вам доступ полностью до него. Можете спокойно откручивать без проблем. Не надо мучиться, ничего. Вот. Так, сейчас поедем, да. Сейчас я это немножко нагрею, наверное, чтобы вытянуть его. Вот так нагревать его потом или крючком, или отверткой аккуратненько заделайте. Легко и просто вылазит. Аккуратненько. Не повредить ее. Поехали дальше. И тут сорвать надо. Так, один молот. И тут сейчас будет второй. Вот он. Сейчас будем откручивать этот и тот. Ключ на 13.
кстати, вот тут есть прокладка, вот здесь. Его очень осторожно, потому что его потом придется вам, блядь, вырезать, все остальное делать. Вот. Чтобы вы его не потеряли. Она там сидит сейчас. Также с той стороны ощупайте его и откручивайте. Если есть у вас медные гайки, медные закрутите. Если есть, конечно. А если нет, уже поставьте новый. Я решил открутить до конца, чтобы прокладку не потерять. Жалко, блядь. Придется ждать, что эту прокладку, блядь, 2-3 дня нахуй. Смотрите видео до конца, я еще покажу, если вы там будете заглушать, что вам дальше делать, чтобы чип не загорался в машине и чтобы машина не троила. Вот так и ставьте. Эта сторона ведь черная. До водителя ставьте ко мне. Это уже туда обратно же. Там уже видите, уже все удавлено. Чтоб тип-топ был. Я недавно одному менял тоже. Ну, проблема была, бля, вот это, бля, вот что я сейчас откручу. Гайка, бля, слезался, бля, представляете, бля, ебать, бля. Как я промучился, бля, хамуха. Опа. Камень мешает, сейчас уберу, я откручу его. Короче, ребята, она вылазит со шпилькой, нахуй, ебаный урод, представляете? Это хреново, всегда такое попадает, бля. Как начинает, бля, откручивать снутри, бля, вечно что-то, бля, хуйня получается. А, я не договорил. Когда я договариваю, что я снимать буду, если, например, порвется там резьба или что-то, я им сразу предупреждаю, что я буду голову срезать нахуй, бля, болгаркой. И пускай покупает новую. Потому что, блядь, если он веками, блядь, никогда не менял его, бля, представьте, что там будет, нахуй. Ну, чтобы открутился хорошо, надо побрызгать, блядь. Такая, бля.
игровая. Как спортлото, бля. Видите, она медная, с медем. Ладно, а это что-то не медная, бля. Чё так? Так, ладно. Вот мы вытянули Е. Ну, вроде бы не сильно грязная, но тем не менее почистить надо. Вот я, ребята, еще беру. Говорят, что там можно карбюраторный. Типа того, что оно там все одинаковое. Тоже для дисков тормозных. Тоже баллончик есть, аэрозоль такой. Тоже можно, ну, не знаю, но что-то я всегда это беру, потому что ним как-то быстрее получается. Бензин, конечно, легче немножко. Это же солярка. Хрен его знает. Она мгновенно чистится, понимаете? Сейчас немножко постоит она и будет гуд. Сейчас немножко пускай постоит. Перчатки. Когда накрывается Джер, это в салон заходят такие газы, блядь, дышать невозможно, тяжелые газы. Видите уже, насколько хорошо. Сейчас, конечно, покажу. Видите уже, белый стал. Ну, я бы не сказал, что у меня она грязная была. Я вам покажу, как там его чистить, чтобы не снимая его потом. Но вообще иногда надо снимать. Сейчас еще побрызгаю, пускай постоит немножко. И все. Киснет. Выключаю пить. Что вам надо сделать? Вот видите, сейчас я немножко нажму его. Скрипит. И смотрите, сколько дерьма влазит. Вот так его немножко поддергайте, чтобы все было нормально.
смотри, уже почистился. Вот тут. Скрипеть не должен, бля. Только воздух должен идти. Машина будет хорошо работать, конечно. Когда почистить. Сами почувствуете это. Не будет вонять, блядь, с глушителя. Все, на аэрозоль оставит завтра. Тоже одни буду делать. Чистить, блядь. Видишь, уже перестал скрипеть. Вот и все, бля, машина. И дверь готова. Вот и все, и готово, нахуй. Сейчас будем устанавливать его. Все чистенько. Заебись. Я видел похлеще, блядь, недавно Альфа Ромео ко мне приезжал. Как я не приезжал, я к нему поехал. Сучар, блядь, англичан. Чисто породный, блядь. Не дали, блядь, не заплатили за приезд, даже сучар. У них, короче, задымело так машину. И там рядом EGR. Я им как показал, блядь. У них был там вот это все место клапан, не было видно. Сажа было, блядь, покрыть полностью. Смолистый такой, как будто, блядь, нефть. Только вот земли вытянули. Кошмар тут ездил. Мне не заплатили. Ну, я не всю информацию, конечно, сказал. Жадные люди они были. Иммигранты хорошие люди. Беженцы, иммигранты. С Африки ребята нормальные, блядь. Англичане немножко жадноваты, конечно. Так, ну все. Она готова. Почистил. Все, гуд, работает. Можно еще, конечно, полазить там. Вроде бы все. Это работа, чтобы открутить, чтобы все мягко шло. Где-то, чтобы снять. 2,5 часа у меня заняло. Все так аккуратно, не спеша. Чтоб не бегать до микроавтобуса, бля, за ключами. Ну, тоже полезно бегать. Ну, 2,5 часа. Собрать это час времени. Потому что все болты уже пробиты, прочищены. И все остальное. Все. Всем пока. У кого какие вопросы, пишите комментарии. Не забывайте прокладку ставить правильно.